Алексеева царица, вот она, исполнит веселую польку вместе со своими братьями и сестрами сегодня, 6 июля 2009 года. Даже год знаете какой? Ну, все, давай. Ну, молодцы. С Сарисой-то играть интересней, да? Да. О, у нас Сариса теперь на аккордеоне она еще играет. О, на 10 инструментах играет Сариса, правильно. Сейчас еще гармошку освой потом, да? Да. Это будет 11-й инструмент твой. Она же у нас на арфе играет даже. Да.